Ребят, смотрите, какой гриб! Первый белый. Ассоциация грибы и грибники Николай. Калининградской области. Грибная банда Глубоко. Представляет. О, нашла. Смотри, какой красивенький. О, прелесть какая. Ровненький, аккуратненький. Ребята, смотрите. Ой, какая прелесть. Какие бочоночки стоят, красивые. Посмотрите, какая прелесть. А вон такой маленький. А вот еще лезет малыш совсем. Вон пузатенький. Ура! Всем добрый день. Грибная банда Калининграда приветствует вас на своем канале. Сегодня у нас 13 августа, пятница, 13 число. Несмотря на эту дату, обед, сбежали с работы малым-малым составом. Приехали в лес. Что из этого получится, я не знаю. Гриб сейчас как бы и есть, и нету. Он как бы какие леса пошли, какие нет, не работают. Вот сейчас проведаем линию. Посмотрим, что получится. Расчет у нас сегодня, конечно, идет на белый гриб. Но хотя бы лисичек набрать. Не знаю, что получится, конечно, но могу сказать однозначно, в лесу пахнет разложившимся грибом. Те, кто постоянно ходят в лесах, знают этот своеобразный запах. Но я подозреваю, это слой скрипунов вот отошел. Это, скорее всего, пахнет просто скрипунами. Их очень много валуя разложившегося. Ну, посмотрим, насколько наши расчеты верны. Если в этом лесу ничего не получится, ну, соответственно, поедем дальше. Банда. Девчонки только что передали по рации, что нашли кучку довольно-таки большую, нашли ежовика. И сейчас его режут. А я аналог ежовика. Лисичек нашел. Значит, в лесу что-то, но есть. Будем посмотреть, что будет дальше. А вот и первые подосиновочки в этом лесу. Вот он такой красноголовый подосиновик. Обалденно четкий, как солдатики. С эстетической точки зрения я их вообще очень люблю. Подосиновики в елках появляются все чаще и чаще. Но будем говорить так, вы сейчас скажете, зажрался, извините за грубость. Блин, хотелось беленьких, конечно. Хотя подосиновик, он тоже гриб, конечно, и лисичка это гриб. Смотрите, какой чётенький. Лисичка это гриб, конечно, хороший. Мало того, что хороший, это гриб по... оценкам, советским оценкам, гриб высшей категории. Хотя вас обманываю, гриб лисичка, если я не ошибаюсь, первой категории, высшей категории из тех, что растут у нас по советской классификации, это только рыжик. Но для рыжика еще рановато. Вон еще красавец растет. Вон он. Вот такой вот стоит. Интересно, какой лишайник. Или это не лишайник? Кто ответит? Может, мох какой-нибудь? Ответьте, пожалуйста, в комментариях. Или это все-таки какие-то грибы? Потому что вот они как-то так. Вот они довольно-таки жестко. Они по консистенции... напоминает, может быть, грифола курчавая, что-то такого из рода барана. Но, честно, даже не знаю, что это такое может быть. Заинтересовало. Заинтересовало. К сожалению, мне надо ответить. Все-таки, что это может быть? Оно вот такими кучками.
не обращал никогда внимания. Ну, вот что-то вот такое. Это, скорее всего, гриб какой-то, это не лишайник. И это не мох. Консистенция как на тротовика. Что-то из тротовиков, наверное, скорее всего. Интересно. И кто ответит в комментариях? Тому бонус. Наклейка от нашей грибной банды. Прошло, наверное, минут 40 со времени нашего захода в лес. Вот это будет, наверное, крайняя ту кучка, которую я срезаю, набрал где-то уже. Ну, литров 5-6 это уже точно набрал. Ну, основная масса лисички, чуть-чуть подосиновика. Это далеко не тот гриб, за которым мы ехали. И сейчас мы будем менять дислокацию. Сейчас срежу последнюю кучку и можно ехать. Ребята, мы меняем дислокацию. Вот продолжая тему квартальных столбов Кёнигсберга. Вот такой квартальный столб. Это, ну, он очень древний, потому что на квартальном столбе, если обратите внимание, выбит мальтийский крест. Вот он. Это вот не ленились же. Вот он. Это приблизительно 1700-е, вот так вот годы. Ему фиг знает сколько, чьи-то старое владение. Мои расчеты со сменой дислокации, ну, вроде бы оправдались, ребята. Вон машина. Мы отошли 50 метров от дороги. И вон он, красавец белый, вон он. Сейчас попытаюсь залезть и под елки. Вот он стоит. Вот он какой красавец, видите? Расчеты оказались верны. Обалденно. Вот как раз вот это и есть цель нашего выезда. Вот такие. Вот такие классненькие белые. Посмотрим, как пойдет дальше. Отошли от дороги, наверное, метров 300. Стали уходить. А в лес появилась зона чернолистника. И пошли под осиновики. Вот такие вот хорошие. Вот они, кнопочки. Вот они. Представляете? Вот. 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 Вот такие дорожки пошли с подосиновика. Сейчас только что Марина передавала 10 штук с одной полянки. Вот чем хорошо подосиновики собирать. Тем, что их видно, ну, очень далеко. Вот он, смотрите, вот он красавец стоит. Вот еще один. Вон в лучах солнца еще один. Вот еще вот такой вот красавец. Правда, грустно, солнце садится. Время уже часа, наверное, 3-4, с учетом того, что мы в обед только выехали. Повторюсь, вот чем классны подосиновики, тем, что их видно, как они, как светофоры, заходящее солнце, и они вот такие обалденные. Вот он. Представляете, какой размер, ну, я не знаю, вот. Вот моя ладошка. Сейчас посмотрим, насколько он хорош, конечно. Аж скрипит. Аж скрипит, ребята. Вот это подосиновик. Вот это красавец. Вот. Смотрите, вот ножик. Почти размер ножа. Единственный минус, часто бежишь просто за сыроежками. По-моему, яйцо лежит, если я не ошибаюсь. Ну-ка. Ну да. А вот еще и веселочка. Это вообще четко. Вот, вот какая хорошая. Обалденно, вот она какая нежненькая. Ух. Какое. Ну что ж, нам везет. Пока потихоньку. За неимением белых и подосиновики. Вот такие они, ну, доставляют удовольствие. У нас в банде очень много кто их любит. Кстати, Ирина, привет. Вот такие они. Вот он какой. Ух, какие они.
была бы она рядом, она бы сейчас закричала. Подосиновик в основной своей массе уже достаточно зрелый, но он, ну, очень хорош. Ну как, вот он чуть-чуть погрызен, но он совершенно чистый. Отличный подосиновик. Отличный. Только что сказал про основную массу зрелых. Да, зрелых много, их удобно искать. Они такие, как светлячки, издалека видно. Но вот таких кнопиков, вот таких вот красавцев тоже достаточно много. Причем они вот такими вот семейками. Красавцы. Вот такие, как солдатики. Вот они кучками. Кучками вот стоят. Такие бочоночки. Классненькие. О, белый гриб. Плюс один. Красавец. Красавец. Ребята, отбил как ориентир. Вот этот вот большой увидал. Только стал его проверять. Смотрите, какой вот. Рядом стоит. Смотрите. В сторону отвел. Вот еще маленький. Вот еще рядом вот такой вот красавец. И такой вот большой, но все-таки, думаю, достаточно крепкий. Вот такие белые россыпи. Вот такие красавцы бочонки. Ух, лепота, красота. Ребята, а уж какую радость испытываешь, когда находишь вот такое вот чудо. Вот такое, видите? Смотрите. Вот такое. У нее под крышей вот такой еще спрятался. А рядом вот такая красота. Вот такая в траве. Видите, какие стоят? Вот они какие. Ух! Аж хочется визжать. Извините, но тем не менее. Ребята, большая просьба, столкнулся вот с такой загадкой. Ответьте, пожалуйста, в комментарии, что это я нашел. Честное слово, не знаю. Самое главное, внизу оно жесткое. Внизу это жесткое, как сказать, как на трутовике, что-то такое жесткое. Но сверху оно вот пальцем проминается. Проминается, как вода, желеобразная. Странно. Сколько? Не знаю, что это. Честное слово, кто может ответить в комментариях? Вот с чем ни разу. Я сейчас попробую краешек обрезать, что это такое вообще. Ни разу не сталкивался. Странно. Желеобразное какое-то вещество, что это такое, блин. Ответьте, пожалуйста, в комментарии. Красавицы лисички. Довольно-таки большими кучами, полянками такими красивыми. Полянки лисичек. Красивые полянки. Вот такие вот. Обалденные. Девчонки, тут лисички. Кто-то будет? Да, все будут. Время от времени вот такие красавцы попадаются. Обалденно красивая. Без всякой чревоточинки. Вот такие белые. Очень-очень классненькие.
Слизняки на ходу подметки рвут. Ножки обгрызают. Зато рядом стоит такой красавец. Ну разве вот это вот не красавец? Вот такой вот. Вот такой этот вот. Чётенький. Такой он, ух. И самое главное, он, ух, как барабан тугой, ух. Красавец какой. Ребята, вот и закончился ваш очередной день с грибной бандой Калининграда. Спасибо за то, что путешествуете в наших лесах. Солнце уже садится, пора уже домой. День подходит к концу. Согласитесь со мной, лучше день в тихой охоте, чем день на работе. Собственно, сегодня результатом более чем довольны. Сейчас покажу. Вот такой отборный гриб. Собственно, белого могло бы быть и больше. Но он есть. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем спасибо. Мира и добра вашему дому.